Так, всем привет на 138-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить I Wanna Be The Boss на Хардоне. Напомню, что в прошлый раз я дошел до, ну, чуть меньше середины 10-го мира. Ну, надеюсь, сегодня я все-таки пройду уже до конца. Хотя там сложные моменты сейчас будут. Ну... Значит, сразу небольшое объяснение. На стриме будет виден только чатик СК2 ТВ, но за чатом Гудгейма и Твича я также слежу. Ну, я думаю, уже некоторые поняли, почему так. Потому что из-за турет-чата иногда глючит управление в айвона играх. Так до сих пор доподлинно неизвестно почему, но как бы факт остается фактом. Поэтому... Чтобы обезопасить себя от жутких фейлов на Солгрине, особенно, да, ну я уже не говорю про другие моменты, но особенно на Солгрине, я как бы решил сделать вот именно так. Не, ну Тор, в основном-то чат хороший, все нормально работает, но... Привет, кстати, Тор, да, и всем там, кто смотрит, но ленится писать. Итак, где наше сохранение? Вот оно, Хардон. А, кроме того, нам нужно еще взять Гастли и две секретки на первом уровне, чтобы открыть персонажа в конце. Но это, в принципе, можно сделать после прохождения, но я думаю, приятнее будет, если я все-таки в конце 10-го мира зайду в телепорт и... Ну, схожу на первый и третий мир все-таки. Вот. Ой, чё я вышел. Итак, у нас тут пренеприятнейший момент.
Но я, по крайней мере, отдохнувший, хоть и после работы, но все равно. Как бы работа это не больше, она не выматывает до такой степени. Ну, я же не грузчиком работаю. Танки надоели опять, да тебе не угодишь. То танки надоели, то не надоели. Ну-ну. Да блин. Да надо дольше прыгать. То есть вот раз, два, большие прыжки. Раз, два, вот. А тут надо наоборот, не опускаться как можно выше. Привет, Дидолюкс. Раз, два. О. 110 уровень. Ну не, я пока 14 вроде или 15. Наконец-то. А, перепутал. Ну, уже прогресс. Опять я быстро прыгаю. Не, тут быстро. Тут раз, два, медленно. Раз, два. Оп. А, перепутал моменты. Да, опять быстро. Ой. Так, Тор, не спойлери, пожалуйста. Я же не проходил. Я еще ничего толком не видел в игре. Ни одного квестов вообще очень мало еще выполнил. И да, побочный квест это тоже спойлер. Не только сюжетные. А, ну тогда. Не, ну. Ну ладно, ну все равно. Ну ладно. Другое дело, согласен. Раз нет сборки даже. А если я бы захочу его установить, то явно я буду знать, что. Ну, я же знаю, что я ставлю. Привет, плюшечка. Да что такое, ну, давай, больше, ну. А, и перепутал, да блин, никак не могу запомнить. Ну, потому что вот большие перерывы между попытками. Ну, относительно большие, конечно. А, первый раз проходишь больше, не можешь Китти пройти. Ну, нормально, я Китти за 1000 смертей прошел. Не знаю, как-то 95 с плюшечкой соотносится вообще. У тебя какая-то фантазия интересная. Да, за 1000 смертей, когда первый раз проходил, я на Китти. Около 1000 смертей нафармил. Так что не думай, что скилл какой-то там врожденный. Хотя его и так-то даже нет. Ну ты же видишь, я же за стрим даже не прошел. Хардон, какой там скилл. Не на изи, на Total Average. Я на Total Average, когда первый раз проходил, я включил Total Average. А на ЕЗ я только потом прошел, после Total Average. За стрим. А, ну, да, в принципе, уже второй раз ее убил довольно быстро. А сейчас, ну, как бы, за пару смертей прохожу. Привет, Теркил. Дабл привет тебе. Да что я, ну.
Опять. Так какого фига я путаю эти фазы? Ой. Музыку нормально из игры слышно? Ну да, когда первый раз проходил, я на паука, на эту птичку, наверное, потратил где-то 150 смертей вроде. Ой, что-то это... Зато я вот этого научился проходить, в принципе. Для рейпа уже его тренить не надо будет особо. Так. Осталось только тут не умереть. Я открыл, а она оказалась флеш-игрой. И что-то я подзабил, надо будет посмотреть. Просто я думал, я скачаю, потом посмотрю. Блин, такой дурацкий момент. Фух, вот и все. Ну, в смысле все. Ну, сейчас этот момент еще. Ну, по крайней мере, продвинулся. Блин. Ой. Не то. Ну, тут я, конечно, могу повозиться. Там, хоть этот момент не отличается от тот реверейдж никак. Но как бы он непростой. Один из самых, в принципе, сложных моментов этого уровня. Не самый, а один из самых. Наравне, наверное, со звездочкой. И. Ну, вот один, наверное, самые два сложных, самых сложных. А, привет, Бутон. Я извиняюсь, я чат Твича, у меня просто лежит на столе. Я его немного это. Не-не-не, все. Я чаты все вижу, просто у меня они не на этом. Не на экране. Я вижу все чаты, Good Game. Я только Кибергейма не вижу, но там все равно никто не пишет никогда. Так что, да, то есть, если кто-то смотрит чисто на Кибергейме, да, я чатик его не вижу. Но я думаю, вряд ли такие есть. Да блин. Просто, ну я уже объяснял, это из-за турет-чата. Из-за турет-чата в игре сбоит управление в айванах. Если буду играть в другую игру, когда, то, ну, поставлю опять этот турет-чат. Вот этот момент на рейпе, это вот печаль. Его затренить идеально практически невозможно. То есть я вот даже когда смотрел, кто рейп проходил, то есть Гитман и этот обсервер, ну они как бы тоже тут помирали иногда. Ну. Я-то, конечно, не то чтобы иногда, намного больше раз, но все-таки. Что мой любимый момент? Не, ну я говорю, один из двух самых сложных моментов этого уровня. Но на самом деле, мне кажется, самый сложный. Какие игры помимо больше? Ну, у меня не пройдены Wings of V, не пройдены покемоны. Ну, я, правда, уже давно не играл в них. Но, тем не менее,
Также я затеял марафон по играм Super Mario, прошел уже три части, третью часть с Тором. Вот. Bugs Bunny с Night Tricky не пройден, который на PlayStation, но Time Busters. Еще что-то, по-моему, да? А, еще Forza Horizon 2. Не пройдено. Просто не знаю, что-то меня как-то. Я вначале хотел быстро ее пройти, а потом как-то у меня настроение почему-то от гонок отошло. А сейчас еще The Crew прохожу, ну, не на стрим. И поэтому, как бы, пока что Forza отдыхает. Но когда-нибудь мне опять захочется в гонки поиграть, и я буду Forza на стрим проходить. К тому же у меня сейчас HDMI кабель, к сожалению, сдох один, поэтому я с карты захвата не могу играть. Ну, то есть, там же нужен один кабель от приставки к карте захвата, а другой от карты захвата монитор. Ну вот, и один из них сдох. А покупать сейчас кабель я вообще не могу сейчас на мири пока. Блин, ну почти же это же было вообще близко. Я не знаю, можно попробовать, конечно, разобрать этот штекер, хотя он там неразборный, и, ну, там, спаять провода, но там все мелко, и, ну, хрен его знает. Пока что не заморачивался. Ну, как бы все равно, как бы нечего терять, да, этому кабелю можно попробовать замутить какую-нибудь фигню. Ну, типа, ну уж если доломаю, так доломаю, все равно он не показывает. Может быть, на стрим попробовать кабель спаять? Да не, просто недавно смотрел, как этот Ксенрир менял корпус у своей Sony PlayStation Portable. Ну, то есть это надо было все внутренности вытащить, перетряхнуть, грубо говоря, да? И в новый корпус зафигачить. Блин, да. Надо все-таки на левую стену прыгать, но я боюсь в шип попороться. Что я делаю? Ну. Задел таки. А, стрельба стандартно на X, а прыжок на кнопку вверх. Но с учетом, что когда я дохожу до этого DDD, ну, где кнопки нужно запоминать, то там я меняю управление на кнопку вверх, я именно кнопку вверх, не прыжок, а кнопку вверх, да, я ставлю на какую-нибудь рандомную кнопку, там, например, на твердый знак, да, потому что иначе она срабатывает и ломает комбинацию. Также на градиусе я устанавливаю стандартное управление, потому что если прыжок и кнопка стрелка вверх, блин, и стрелка вверх на одной клавише, то, ну, получается, что я когда лечу вверх, я активирую бонусы вот эти, которые собираю. Не тогда, когда мне нужно, а тогда, когда я нажимаю кнопку вверх. Ну, в общем, вот в этих двух местах я меняю управление. Точнее, в одном. Я изначально кнопку вверх на другую ставлю просто. Ха, не знал о таком баге. Блин.
Просто напряжный момент, я не могу его проходить и что-то объяснять. Ну, а вы говорите еще рейп, типа, одному проходить. Ну, да какой там? Ну, изи не изи, ну, Тор, вот ты Салгрина, когда убьешь, может быть, начнешь Хартон. Тогда посмотрим. Да блин, ну... Ну, короче, из какого-то подобия спидрана это уже превращается в обычное долгое прохождение босса. Ну, вначале как бы я так шустренько там первые миры проскочил, да, а потом... Да ну. Не по тактике делаю. Если что, я прыгаю не совсем рандомно, даже далеко не рандомно. То есть не на пофиг, типа, хоп, там лево, вправо и все. Нет. У меня есть, как бы, траектория. А ты когда закончишь стрим, ну, в смысле, ну я вообще начал его 23 минуты назад, так что я думаю, что я закончу стрим, когда Салгрин будет мертв. Ну да, Фабино застрял что-то на Мегамене там. Да ну, блин. Так, не допрыгнул. Ну, Тор, на самом деле, конечно, шутки шутками, но я на самом деле не соглашусь. По-моему, у него на кольцемене более-менее тактика есть. Я, по крайней мере, заметил, что он, ну, стал как-то вот осмысленные, в принципе, там движения делать. Вот на Тохо-файте у него тактика хреновая. Да зачем я прыгнул? А, ну, Бутон, ну да, наверное, через 40 минут я еще вряд ли пройду. Ну, как бы ничего не обещаю, но, скорее всего, вряд ли за 40 минут пройду. Ну, все-таки тут еще надо повозиться будет. Дай бог, я через 40 минут только 10-й мир закончу. Но 11-й мир должен быстро очень пролететь. А, но в 11-м мире не забывайте. Не забывайте, в 11-м мире башня Мегамена на Хардоне это не то же самое, что на тот Реверейдж. Это жестко. Вот там я могу застрять. Так, хорошо застрять. Ну, музон-то да, но...
Ты еще вспомнишь свои слова насчет давай подольше. Немножко не, неправильно. Ну 40 минут эту карту пройти? Да не, ну пройду-то. Не, ну я ж не, ну не настолько, что это 40 минут проходить этот момент. На английском языке, ну, смотря что, разговаривать нет, понимать, что написано, да, вполне. Но смотря какой текст, технический текст, в принципе, без проблем. А вот когда проходил игру Lost Odyssey, и там чисто такие художественные были тексты, там, мысли всякие, там, да, рассказики, вот там было тяжеловато в некоторых моментах. Ну, короче, так вот. Как бы и да, и нет. Но вот, ну, чисто разговаривать, произносить слова плохо. Именно вот вслух, короче. Ну, короче, я думаю, что при сильном желании с англоязычным человеком я объяснюсь. Ну, то есть, более-менее друг друга поймем. Корявенько, но... смысл дойдет и от меня к нему, и от него к ко мне. А вопросы на английском там, что ли? Ну если что, Google переводчик, Bing переводчик. У меня на телефоне есть переводчик, который с камеры переводит, нормально вообще. Чё, через камеру смотришь на вопросы и все понятно. Да ну, чё же я не прыгал-то? Я же жал вроде. А, какой телефон этот? HTC 8S. На Windows Phone 8.1. Ну да, на... не Red чат, это не красный чат, Тор. Он не красный, он крысиный. То есть Red. Это не путай. Тебе в ту игру противопоказано играть с английскими вопросами. А то она сломается из-за тебя. Так. Ну, ну, удаляй. Ну, это... ладно. Что-то я побоялся в стенку лететь. Ну все, кто там не верил, что за 40 минут я экран пройду? Ну вот и звездочка, здравствуй.
Вот на рейпе это место пипец сложное. На обычном, то есть когда здесь есть сейф, то как бы, ну, в принципе, пофиг. Ну, но это второе по сложности место на уровне, я считаю. Тору здесь настолько было тяжело... Да ну, надо сохраниться нормально. Тору настолько здесь тяжело было от этой звезды уворачиваться, что он уже стал ей приписывать какие-то необыкновенные свойства. Якобы она в конце летит уже более точно. Нет, видишь, она просто там... Определенный отрезок времени, она просто летит... Как бы она направляется на тебя... Эта звёздочка вообще законна, в смысле? Звёздочка направляется на тебя, вот, точно на тебя, но как только она направилась, она летит какой-то отрезок времени ровно, даже если ты, ну, ушёл с линии, она летит по линии. Отрезок времени прошёл, она чётко на тебя направилась и опять летит прямо какой-то отрезок времени. Вот и вся одна логика её. Так, ну я, разумеется, буду сейчас пытаться по платформочкам, потому что нахрен надо по-другому. Как бы Рю Хаябуса не заслужил по-другому его проходить. Блин, я думал, с первого раза получится. Ой. Ну, блин, что-то я вообще не то сделал. Фигня. Ну вот, это считайте середина уровня. Ну, кто не знает вдруг. Середина 10 уровня. Даже можно сказать, это уже вот... Началась вторая половина. А чуть-чуть совсем. И в принципе самое сложное я прошу. Ну вот это вот сейчас пройду и останется там. Ну так себе. Ну как бы тут легких экранов нету. Вот так что прям вообще изичи, да, тут нету. Но все-таки самое сложное, наверное, я прошел уже. Че, со Small Game стал удобнее качать, скорость подняли. Было 15, стало 32. Ну видишь, Тор, жизнь улучшается с каждым днем. А, я второй прыжок потерял. Да, там, ну, совсем там чуть-чуть не хватило. Это фигня. Какие ты не можешь пройти? Но если ты только начал, то это... Так быстро не случится. Скорее всего. Хотя кто как. Некоторые, может быть, и при первом прохождении могут неплохо так. Вон, например, этот The Mexican Runner. Ну, он там охренеть вообще. Он за 16 минут до середины второго уровня дошел, впервые играю.
Ну, к тому же я-то проходил, я не видел игру вообще никогда. А, ты уже видел, скажем, да, какие-то тактики, может быть. Ну, конечно, вряд ли все-таки что-то запомнилось сильно, но все-таки. Так, Тор, запусти в окне, в чем проблема? Так у тебя же два монитора, Тор, ты чё? Упоролся, что ли, наконец-то? Теперь 6 экранов бежать без остановки. Ну, включая вот этот, это первый, второй. Ну, блин, до третьего пока не доходится. А, останавливал босса, но это этот девятый босс, да. Ну, это как бы я выбыл, прошел бы и так легко. Ну, блин, просто хотел показать. Для тех, кто не видел, ну и просто уже устал к тому моменту. Ну, так-то я его проходил. Все, вот третий экран. Ну, блин. Нельзя скорость терять. Вот, четвертый экран. Пятый. И шестой, все. И осталось только вот этот момент и стенка шипов, и все. Это легкий момент. Ну так, сейчас может чуть пофармлю тут. Ну, ради приличия. Да блин, да что ж я не допрыгиваю-то? Ну, вот это была хорошая попытка. Ой, перелетик. Ну вот и все, последний момент. Еще это хардон, сейвы на тех же местах, вот начиная с какого-то момента, начиная с момента, где вот я шип этот прыгал. Все, сейвы на тех же местах. Ну, а этот момент, его надо просто пройти. Он не сложный уже, когда первый раз пройдешь, но его надо просто пройти. Кстати, тут вроде секретка, да? Или нет, или я путаю что-то. Путаю, да? Ладно. Блин. Да ну. Я вот как вспомню, что на Итрике сейчас же он проходит больше, ну, можно сказать, в первый раз. Он там на ЕЗ доходил до Солгрина, но
очень давно, да, и как бы, ну, уже, можно сказать, ничего так особо не... Руки-то не помнят. Да что я не могу выпрыгнуть? И вот он дойдет к 10 мира, но, честно говоря, боль будет. Что ж такое? Чё я прилетаю-то? Удаляй. Так. Так, от стенки мы избавились, но еще нужно вот тут пропрыгать, не упасть. А это не гарантируется. Последний прыжок. Все, 10 мир пройден. Так, я только открою босса, на всякий случай. Все, теперь я схожу в телепорт, как и обещал. Я, в принципе, не буду, наверное, сохраняться. Или надо. Я сейчас, ладно, проверю босса. А, не, сохраняться мне не стоит. Да, не стоит сохраняться. А, ну, плюшечка, ну такое бывает, да, 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 да. Частенько, так же я сказал. Ну не то чтобы частенько, у меня, конечно, уже почти нет, но поначалу, да. Блин, конечно, неудобно ходить. А за сколько смертей-то? В смысле, Тор, ну, Марио, там другая вообще ситуация была. Да не путай. Это все-таки немножко разное. Ну, причем у меня больнее. Нет, в смысле, включи счетчик смертей в настройках просто. Так, мне надо без сейва дойти до секретки. Не могу сейчас иначе это... Ну ты знаешь. Так, с первого раза взять эту секретку, но это печалька, конечно, вряд ли возьму, наверное. Хотя кто знает. Да ну... Ну вот. Что показывает-то? Ну легко же увидеть. Вот Death Counter. Делаешь on-off. Если... Ну там бывает баг иногда.
Да что? 570? Ну слушай. Это круто вообще-то. Ну, я когда перешел на второй уровень, у меня было где-то 1500 или 1600. Но правда, повторюсь, я вообще ничего не видел до этого. Но все равно. Давай секретненько. Все. Осталась одна секретка. Ну, ее я возьму сейчас с первого раза. И вот она. Гастри не устоял перед офигенностью Боша. Все, все секретки собраны. Ну, ключевые все секретки, да, необходимы для разблокировки стены в конце. В облачном этом. Ну, в секрет рум. Да какой World 10? Блин, упал. Босс 10 надо. Здорово, Missing No. Одного покемона поймали, другого убиваем. Ну ладно, посмотрим, что я тут помню. Удаляй. Блин, неудобно, конечно, в босса заходить. Да что же у меня с реакцией? Вот дно-то. Ну, теперь три атак. Печальная атака, на самом деле. Так, пережили. Ай-яй-яй-яй-яй, я не был готов. А, Confusion, ну давай. Что-то такое не очень. Опять Confusion. Она что-то сработала позже, чем я думал. А, враг. Ну это халявный урон. Опять. Ну, почти. Удались. Ну,
Не люблю вот эти камешки, если честно. Опять. Перебил, да, вроде? Ну, блин, ну... Не хотелось слепо стоять просто. Три атак самое, наверное, непредсказуемое все-таки. Халявный урон. Тор, тебе везло, значит, просто. Ну, блин. Халявный урон пропустил. Иди нафиг с этим рековером, блин. О, давно не было. Ну, в смысле, да вообще даже еще ни разу это не было. Да как я на этом умер? Ой, жесть. Вот называется не тренинный босс. Вообще не тренинный босс. Ну, Тор. Чё, не оправдываю ожиданий, но я ничего не обещал. Кроме как пройти Хардон со всеми секретками. Ну, не всеми, но я уже говорил, с ключевыми. А вот это вот было глупо. Вот в тот раз было тяжело, а сейчас глупо, да. Thank you.
Электропомпа, блин. Ну, блин. Ну. Да как я это заделал, ну? Не, вот первая атака в три атаки, она несложная, но почему-то я это удаляюсь. Неважно. Ну, меня конфузили. Что-то как-то я нарандомил. Да почему я на этом умираю, блин? Ну ничего. О, халявный урончик. Так, ну тут надо не слиться. Дуф. Ну блин, вот на Разерлифе, на Ветре, на Врапе и на... что там? На Лазаре вообще сливаться никак нельзя. Короче, на конфьюжене, на гидропомпе можно сливаться. На три атаки, вот это вот пока у меня проблемка. В основном конфьюжен и три атака, да? Смертельно для меня. Ну, не, иногда другие бывают, но не так часто. Да что такое? Я почему я перестал рассчитывать эту три атаку? Вначале же норм прыгал. Да уйди ты со своим рекавери. Привет, Снап. Ну, Снапс, это все легко проходило, но что ты сравниваешь мегаскилловые игрока и краба? Не, я на Разерлифе как раз таки стараюсь не сливаться все-таки. Ну просто ты, видно, тактику не уловил немного. Чё за слупок?
На гидропомпе почти перестал сливаться, да? Ну, вспомнить мое первое прохождение, для меня гидропомпа была это одно из страшнейших, наверное. Хотя, как ни странно, в победной попытке там была гидропомпа, и я, ну, прошел ее. Ну, 25 осталось. Блин. Камешки. На камнях можно слиться. Но не в этот раз. 8. Так. Ну ты попал. Ну. Но... тут вихрь остался. Уйди. Камни ни разу не прошел. Так, ну чё, 11-й мир. Поехали. Дурацкий мир, но не такой уж сложный. Ну блин. Вообще такой довольно-таки бесячий вот этот мир. Тут механика дурацкая на вот этих. Ну тут на всем почти механика дурацкая. На вот этих скелетах, на змейке. Блин, ну короче, такой довольно противный мир. Да что я соскальзываю? Фига застрял. Не в тему огонек. Блин. А, тут сейва нету. О, это печально. Вот он, Хардон-то. Где? Ну, Снап, ты учитываешь, что я на Хардоне играю? Видишь, тут печалька. Каждый раз эту механику дурацкую проходить. Не то чтобы сложно, но блин, как-то это все нудно здесь. Пока я там, блин, запрыгну, это, блин, пройдет кучу времени. О, сейчас меня чуть не зажали. Я не включил? Что за... А-а-а! Они же не выключились, да? Вот это, я что, просто упочил, да? Мне не нужно было наверх, да, еще раз идти? Да, Тор, ты написал это, когда я уже сам понял. И ты смотришь точно не на Твиче, так что не отмазывайся. Я же открыл. А, или надо было именно засейвиться, да?
Так небольшая, ну небольшая, сколько, несколько секунд. Что такое фыр? Ну, 5 секунд. Фигня вообще. Ага, отлично. Ну тогда нет, тогда это не кордон. Нет, даже никакой разницы нету, что я снизу сохранился, что сверху, какая разница. Да я знаю, сколько на Good. Ну ты учитывай, Снап, что у меня еще рестрим на Good Game. То есть кибергейм плюс Good Game получается задержка. А не родная Good Game-овская. Так. Да падай. Не, ну Тор, вообще-то они перешли на HLS стриминг, так что это необходимая жертва. Но это, они же говорят, что поправят задержку. Вот они уже уменьшили задержку. Где-то говорят до 14 секунд это, но опять же учитывайте, да, что рестрим, так что как-то. Так, а тут. А, ну тут пока простой вроде экран. Ой, что-то я как-то страшно засейвился. В текстуре почти. А, тут сейва нету. Ну ок. Надеюсь, на том экране есть сейф, ну, на том дурацком экране. Оп. Ага, тут есть сейф, отлично. Плохой экран вот этот. Очень плохой экран. Да, Тор. Не, ну главное, что я 10 мир прошел, так что я думаю, что даже башня Мегамена не должна меня, ну прям вообще остановить. Так что я думаю, что сегодня все-таки я допройду. Да что такое? Ну, Снап. Хитбоксы — это часть игры, так что как бы... Можно сказать, что это даже преднамеренно сделано. Но, по крайней мере, я честно вот не вижу причины, почему не сделать нормальные хитбоксы. Ну да, он проходит сквозь этого. И, по-моему, это даже не баг, это фича. Эх, ты ж, ну, почти.
не долетел. Ну, троллирование это и есть фича. Перелет. Печалька. Да. Ну, конечно же, я верю. Да что, ну... Не отпрыгнулось. Ну, снап вообще-то так и есть, потому что... Ну, про руки, потому что это... На рейпе же проходит, это значит, вполне можно приспособиться. По-моему, в него наоборот не надо задевать, да? Потому что слишком высоко подкидывает и скорость горизонтальная сбрасывается. Ну, или на удачу. Да полно. А, например, обсервер или китман. Ну, в смысле, разумеется, они заучивали, но некоторые моменты на удачу, потому что... Ну, как бы они все равно нестабильно их проходят. И надеются, что получится просто. Например, на 10-м мире звездочка. И другие. Good Level Design. Да, прошел он вроде. Ну, я до Солгрина смотрел. Так, секретку-то не пойду брать. Ой. А, тут сейва нету. Да что это? Ну, это, в принципе, не... А вот неважно, опять же,
Хардоном усложнили в основном то, что вообще не имеет смысла. Ну что, мне так тяжело вот отсюда, что ли, идти? Ну это чушь. Тут даже никакой опасности, по сути, нет. Так как я там умер-то? Да, тут был сейф. Внутри вон там. Ну я покажу где. Вон там, где синие стрелочки внизу. Да блин, ну вот кривая подделка. Нет, они не сбиваются. Вот тут был сейф. Ну хорошо, да, немножко он облегчает. Но, в принципе, не критично. Как бы я из этого гореть не стану. Странно, что я вообще там погибаю, на самом деле. Я обычно этот момент с первого раза проходил. Ну, в смысле, как обычно. Я всего-то его проходил два раза, наверное. Нет, у меня вроде не сбивались. Да не, снап, не сбиваются, иначе... Не, вроде не сбиваются. Ну ладно, не будем спорить, пофигу. Ну сбиваются, так сбиваются, но вроде нет. Потом, может, проверю как-нибудь. И тут нет сейва, вот это вот уже интересно. А, вот это уже интересно, если там нет сейва, да, это уже напрягать начинает. Причем там двух сейвов нету. Тут наверху был один сейв. И вот тут был сейф. Стоп, и тут, по-моему, был сейф справа, там где-то. Что за? Да ну. Ну, Тор, ну скажи, они же помогли. Ты мучился, мучился. Когда понял наконец-то, что я хотел сказать, сразу прошел вообще легко. А до этого горел. Тор тут горел на этом моменте, когда проходил. Ну вот на том, где красная вот эта штука. Прыгалка. Он не мог допрыгнуть до верха. Не, вот это я понимаю, вот это вот тренинг для рейпа, да, то есть сейвы вот так далеко должны быть. На хардоне. Чуть ли не по полуровня проходить. Ну, скажем, по третий или четверть уровня. Тогда это реально будет подготовка для рейпа.
А то, что вот тут хардон он сделал, когда там пару сейвов не хватает, и то в основном в таких местах, что не особо и страдаешь от этого, ну как бы это вообще не очень. Но вот здесь, да, здесь вот много сейвов нету, это уже что-то. Ну блин. Ну, чуть-чуть перешел. Откуда, кстати, эта музыка? Это же даже, по-моему, не из игры, да? Или из игры? Да ну... Тысяча 800 смертей уже. Печалька. Если честно, я надеялся в 1000 уложиться. Переоценил. Ну, я на Мегамене пипец пофармил. Час. Я час убивал Мегамена. Очень долго. И кучу смертей там покормил. Ну чё он не прыгнул во второй раз? Соскочил что ли? Странно. По идее, если бы я соскочил, я бы сразу же на кактус попал бы. Ну короче, глючная кривая игра. В сочетании с кривыми руками это нечто. Ну, Тор, как бы, мне, например, нормально, потому что у меня круглосуточный сервер, если хочешь, я скачаю и тебе скину с нормальной скоростью. Как бы, я могу хоть на неделю поставить качаться. Хоть 10-гиговый пакет со скоростью 1 килобайт в секунду, мне все равно. Так что, если хочешь, я тебе скачаю. НГ это что? А, не, Снап, так где, я же говорю, я могу поставить скачиваться на любое время, то есть, если там очень маленькая скорость и очень большой объем, да? То значит оно качаться будет, ну сколько там, 3-4 дня, да?
Но мне вот это все равно, то есть мне комп выключать не надо на ночь. Поэтому как бы я могу скачать, а потом скинуть, скажем, уже с хорошей скоростью там, с FTP или как-то еще по скайпу. Да ладно, оригинальное, в смысле, ну не может быть, чтобы Сал Грин придумал или кто-то там из его друзей. По-любому откуда-то она. Тут оригинальная, только песенка Сал Грина в конце. В смысле? Да нет, Тор. С чего ты взял? Это не может быть. В смысле? Так ты говоришь оригинальное. Оригинальное значит придумано разработчиками игры. Да, у меня нету. Странно. То есть это единственная оригинальная музыка в игре? Ну, плюс еще последняя песня. Да ну... Ну, Тора, она под атмосферу уровня подходит очень даже хорошо. Да что же я потолок-то задеваю? Забываю, что об него нельзя задевать. Ну, Бутон, видишь, ты вернулся, я еще не прошел. Но, по крайней мере, ты говорил, что я за 40 минут тот момент не пройду, но, как видишь, прошел. А вот это для чего кубик там сделан? Так. Сейф-то будет? Фух. Ну, можно сказать, что я прошел до башни Мегамена. Ну, тут фигня осталась. Ну, тут нет сейва. Ну, это не страшно. Ну.
Да, что, ну? Все, последний момент перед башней. Очень дурацкий. Так, ладно, а если тогда сейчас? Да ну, испортился. Прошел Кити, 735. Ну, нормально вообще. А, на ЕЗ! Ну, это тогда все меняет. Да, так у него 2 раза меньше здоровья, а у тебя турбокнопка. Конечно же, все меняет. Я забыл, как здесь. Я забыл, как проходить этот момент. Снап, я бы не сказал, все равно Соник остается самым сложным боссом, даже на изи. Просто он легче, но все равно по сравнению с другими он сложнее, так как он все равно может затроллить своими полетами этими. В смысле, ну нажми и держи кнопку стрельбы, не спами. Она за тебя будет спамиться. Все, мы дошли до башни. Вот и начинаются страдания. Очень страдания, скорее всего. Ну посмотрим. Музыка, да. Снав, ну... Я вижу, тебе понравилась игра. Единственное, что благоразумно было сделано со стороны Солгрина, это то, что в башне все-таки после вот этого первого момента сейф есть. Но с другой стороны, опять же, если рассматривать это как подготовка к рейпу, то ну, тогда это плохо. Я должен выстрадать всю башню за раз, чтобы к рейпу хоть как-то подготовиться.
Привет, Бобер. Не вижу пока, что там пишете еще. Ну, Рю закрыт, разумеется, потому что ты его еще не взял. А, и ты написал, что от музыки голова заболела? Я еще даже не обратил внимания на человека, кто написал. Сейчас читаю. Да что такое? Чё? А, это бутон. Нет, эту башню можно пропустить только если даркбоши есть. И нужен скилл таки хороший. Так что, как бы, если ты видишь, что это спидранер может сделать, это еще не значит, что это легко. Все, по-моему, сейвов больше в башне не будет. Пека-пека. Начались страдания. Да ну. Но зато это последняя преграда перед тем, чтобы пройти игру. Даже Soul Green меньшая преграда, чем вот это. Да, Soul Green вообще фигня. Не, я на Soul Green, конечно же, пофармлю. Это можете даже не сомневаться, но... Здесь больше. Да почему второй прыжок не срабатывает, я не понимаю. Ну да, вот и тут сейва тоже нету. Так что до конца башни надо без смертей. Ну, в смысле, ну, без сейвов. Я имею в виду от этого момента до конца башни пройти без смертей. Тут у меня было 21 тысяча смертей, когда я первый раз проходил на тот реверейдж. На этом моменте было 21 с чем-то. Да ну... Ну, снап, я бы сказал, один даже. В целом, такой самый неприятный. Тот, который второй ниндзя прыжок, это самый неприятный из всего. Учитывая, что еще там по таймингам надо довольно-таки ювелирно. Чтобы цветок справа не появился этот. Ничего, сейчас на треню. Куда мне деваться-то? Да блин, вот этот вот справа прыжок самый плохой. Ну я до него даже не дохожу. Oh.
Да что же я тут-то погибаю? Ну, потому что я там и раньше погибал, только я начинал, можно сказать, прям там же, и мне это не было так заметно. Ну, подумаешь, еще попробовал и хоп, допрыгнул. А тут как бы... Ну да, первый вот, ну как бы... До первого, ну где, короче, сейчас умираю, тоже такое, да, неприятно. Не, после них там уже фигня. Ну, это не значит, что я с первого раза пройду, но... Нет, там фигня. Не, вот этот момент я, в принципе, уже натренил, честно сказать. Ну, как бы, я даже думал, что я тут буду намного больше умирать, вот, на вот этих вот прыжках. Да ну... А, ну, Снап, я имею в виду не то, что там сразу, не сразу, а в смысле, что сейчас. Я-то уже знаю, что делать. Да почему я не допрыгиваю? Я не пойму, все-таки здесь реально что-то с прыжком, то есть почему там как-то вот прыгается, оно нестабильно. Что-то вот, если честно, мне кажется, что дело не в руках, потому что во всех других местах же нормально, а там как-то странно очень. И это было всегда. Это было всегда, я помню. Когда первый раз проходил, там, второй раз, там, на ЕЗ, когда проходил. Всегда там, блин, прыжок через раз срабатывает почему-то, блин. Не знаю, то ли руки так устроены. Вот здесь второй прыжок, вот где сейчас залазишь там. Блин. Довольно-таки редко все равно дохожу до туда. Надо чаще. Что-то я перестал там выпрыгивать нормально. Блин, ну вот один получился, но он легче на самом деле, чем второй. Ух ты ж, почти. Ну, Мегамен и Софт, ну я бы не сказал, Мегамен это очень даже хардкорно.
Ну как не хардкорный, а почему его никто пройти не может? А, не, я про игру. Я про игру Мегамен. Игра-то не очень простая. Да, Мегамэнни, в принципе, везде музяка-то. Классно. Что за слово получил? А, Кирби там стоит. Ну, наверх. А выпрыгивать там налево, чуть левее, чем облачко. Ну, печалька. Вот печалька. Получился прыжок, но я рано его сделал. Эй! Ну, по-моему, Снап мне на самом деле подсказали, где там стоять. Я уже точно не помню, но по-моему, да. Но вообще мне кажется, что все-таки я не буду тут уж так долго находиться. Потому что явно вроде прогресс потихоньку идет, да? Уже начинают эти прыжки потихоньку получаться так плавненько, но вроде чуть прогресс есть. И тут стал меньше умирать. Блин.
Блин, печалька. Неужели если за 2000 смертей не пройду даже? Боже. Вот это я себе переоценил, нехило. Ну потому что последний уровень мало того, что не затрененный, так еще и на хардоне. На тот левереч, конечно, прошел бы уже давно. Да и на тот левереч, я думаю, все-таки я за стрим бы прошел, да. Явно за стрим бы я прошел. Да на самом деле, если бы я не тупил на Сонике и на Мегамэне, то я бы, наверное, и на Хардон, может, за стрим бы прошел. Ну, потому что я на Соника с Мегамэном в сломе потратил почти 2 часа. То есть в итоге, если бы я на них потратил очень мало времени, то я бы меньше чем за 4 часа дошел бы до 10 уровня. И еще бы силы оставались. Да пройти, я думаю. Хотя я вот уже сейчас 2 часа играю, ну не знаю, я думаю, может, выжил бы силы пройти все-таки. А так я понимал, что еще 2 мира, в которых куча сложных моментов. Но все-таки я уже все, я в мясо был вчера. Так, ну теперь надо пройти. А, ну блин. Ну, снап, я же на ЕЗ прошел за 2 часа 39 минут. Так что я думаю, что ты бы прошел не особо дольше. Ну, может, за 3 часа, так ты вообще не тренил ничего. Да, я помню тогда, когда мне впервые сказали, по-моему, Гоги Бестье мне сказал, что на этой башне, на Хардоне, сейвов, вот кроме первого, нету. И я думал, ой, да удаляй, это нереально пройти вообще. Сейчас уже так не кажется. Ну, больше такая игра, которая вначале вообще кажется нереально пройти. Потом кажется, что второй раз никогда не сядешь. Потом кажется, что за присест никогда не пройти. И так далее, и так далее. Единственное, только рейп, наверное, все-таки никогда не будет казаться, что его легко пройти. Да ладно, снап, что намекать, Торвун открыто говорит. Что-то я это проглядел, что-то лагануло немного.
да блин. Самый дурацкий прыжок все-таки тут второй. Это что еще? Да блин. Не поддается пока что-то. Да что такое? Опять вот там не прыгается второй раз. Хотя жал. О. Какие-то совсем глупые смерти пошли. Почему он туда не пролазит? Это что еще? Да нормально там. Да что это, ну? Последний, блин, сложный момент в игре. Ой, да ладно, ну. Вроде все правильно делаем. 1946 уже. Да ладно. Чё-то прям странно. Не ожидал.
Там просто надо жать вправо, пока не пройдешь шип, и только потом влево. Но там так мало времени, чтобы развернуться и нажать налево, что как бы жмешь заранее, а заранее жать нельзя. Ну, ну как-то скользнуть можно было. Да блин. Привет, Фантомас. Так почему 10 тысяч-то? А, то есть это вообще каким-то рандомным челом придумано, не связанным с Солгрином? Боже, вообще-то в 2010-м вышел. Да ну. Не, я просто вначале подумал, что типа, ну, какой-то там, может быть, знакомый Солгрина это написал. Может быть, тот, кто спел последнюю эту песню, ну, там, мало ли. Или другой. А не именно из сообщества просто, рандомные. Опять я рано нажал влево. Чё, не надоела еще музыка? Тортом наслаждаться хотел. Да, это я знаю откуда. Итак. Ну там пулька летела. Там пулька летела, и я боялся, что я в нее попаду, и как-то хотел перепрыгнуть. Ну, короче, вы видели то, что видели, что объяснять-то. Мне показалось то, что меня пулька это убьет, и возможно, кстати, так и было. Это раньше-то я сбрасывал фазу после сейва. А тут, походу, можно еще и попасть так, что эта пулька убьет.
Или нет? Да как? Шнурки запутались, ну так так и есть. Тысяча 960 уже, ну блин. Так хотелось до 2000. Ну пипец. Need help, что там? Блин. А, ну ЕЗ. Ну так словами сложно объяснить. Пытайся. Главное, что второй прыжок сохраняет до последнего прыжка. Ты про что? В смысле, ты не знал, что на ЕЗ платформы розовые? Да полно. На уровне Ninja Gaiden там, где 6 экранов нужно бежать, там розовая платформочка посередине огромного разрыва. Там можно без большой скорости допрыгнуть. Потом до, на пружинках там розовая платформочка, там очень сложно умереть. Так, ну, понимаешь, ты вот сейчас пройдешь, да, на ЕЗ, а потом если попробуешь пройти на тот реверейдж и поймешь, что все, что ты до этого видел, это ничто. Особенно боссы. И когда ты пройдешь на ЕЗ, то ты не станешь больше. Не, ну это твой выбор. Можешь проходить на ЕЗ. Нет, на, по-моему, нет. Ну, не знаю, у меня вроде не получалось. Но он быстро все убивает. Да любой босс быстро убивается на ЕЗ. Удались. В смысле, Тор, так это не твое мнение, это мнение Солгрина. Официально. Потому что ты когда проходишь на ЕЗ, тебе не говорят, что ты стал больше. А игра называется «Я хочу стать больше», но на ЕЗ ты им не становишься. Это официально написано в конце в титрах. Какой половины? Ты чё, Снап, упоролся? Ты чё-то путаешь? Может, ты с багом на пульке играл, еще и с васпом, тогда да.
Ну не, ну лучше все-таки тот левереж на хардоне, ты видишь, что происходит. Не, не, Снап, ты путаешь, я тебе покажу потом. Вот сейчас, если я пройду, ну, так, чтобы еще не быть совсем в мясо, да, то я, пожалуй, наверное... Ну, можно побаловаться там с некоторыми боссами. Снап, я на рекавере этой фазе максимум перебивал в плюс на 15 хп босса. А всего в него 90. То есть хочешь сказать, что ты перебивал на 45 или больше? Я не верю. Вот тупо не верю. Особенно без читов. Не, ну, мне вначале надо завершить этот стрим. Я его завершу. А после этого, может быть, начну другой. Уже там, каким-нибудь боссов помочь им. Или, может, твою игру эту гляну. Ну, будет видно. Но вначале надо этот стрим завершить. По боссу на хардоне. А там уже, как бы, посмотрим. В смысле, Снап, это беспочвенное обвинение. Давай доказательство, что я с читами играю. Да, я в этом прохождении на хардоне забаговал одного босса. Но это просто по приколу было. Я-то его показывал, как я его убивал без этого. А на хардоне он не сложнее, чем на тот реверейджи. И все, других багов я никаких не использую. Ну, а ты мне приписываешь. Мы в расчете. Прочитай выше свое сообщение. Ты сказал, не все такие, как я, которые там юзают баги и читы. То есть, значит, такие, как я, ну, разумеется, в том числе я, используют баги и читы, по твоим сведениям, так скажем. Какими читами ты играешь? Ты же без читов проходишь. Ну я не знаю, что такое выгуливание в твоей терминологии. У тебя терминология очень отличается от других. Поэтому как бы я решил, что возможно это имеется в виду использование выгуливания. Да что я не допрыгиваю-то? Ну все, уже 1984. I wanna be cage? И что? Я не знаю такое. Какая-то неизвестная Ивана. О, сейчас там на Твиче что-то сообщение, сейчас прочитаю попозже.
Ну, как бы не то, чтобы не надоело. Выбора нет другого. Просто хочется быстрее пройти. Уже. Но я еще давно сказал, еще когда я практически только начинал, вчера, я сказал, что здесь я застряну. Да ладно, Тор, полно есть известных айван. А, выгугливать. О, ты сказал-то. Мне показалось, написано выгуливать. И я не понял, что выгуливать. Это что, собака, чтобы ее выгуливать, что ли? Баги. Я подумал, выгуливать, может, это типа, ну, использовать там. Ну, типа, использовал, выгулил, просвежил, так скажем. Но я не знаю, я не понял. Выгугливать. Почему не вы Яндексовать? Я уж не говорю про Яху. Поисковик. Типа да. 1992 уже. Ну ладно, ну короче, уже понятно, что я не силю. Знаю, Снап, я просто. Ну, Твич прав, но хорошо, что вы не видите. Да ну. Ладно, пофиг уже на смерти, просто надо. Да ну что это? Блин, на чатик ты сейчас смотрел и умер. Сколько лет? Ну, у меня вообще написана информация на канале на СК2 ТВ. Ну лет. Сегодня какое? Какой сегодня год? Ну, почти, короче, 30 января будет 23, да? Да, 23. Так, сейчас полных 22. Ну, Тор, я не знаю, как ты тот баг ставил.
Да что это? 1999. Привет, РКЗВ. Блин, ну нафига я чат читал? Ну, Снап, он дошел до Солдрина. Бобер, это в смысле по китайскому календарю, что ли? Да, 2000 смертей. Ту-ту-ту-ту-ту-тун, ту-ту-ту-тун-тун. Печалька. Да ладно. А как это правильно? РСВЗВ, да? Теперь-то мне вообще все равно, сколько смертей, все равно уже все мыслимые и немыслимые планки преодолел. А по календарю смертей. Ну, 2001. В 2001 году у меня еще даже PlayStation не было, у меня была Sega и Dendy, я играл в милые там игры хорошие в основном. Никаких боссов не было, никаких страданий особо, хотя там конечно на NES полно игр, на которых можно пострадать, но у меня не было ни Макаймуры, там ничего такого особенного. Правда у меня был Life Force, но который Саламандр, но все-таки. Снап, а на рейпе. Скажем, если бы Тор взялся убивать Рю на рейпе с его не спамом, то я думаю, он бы убивал его цикла 3-4. И музыка бы далеко продвинулась. К тому же, Снап, ты можешь взять челлендж, как можно дольше продержаться на боссе. Тогда-то музыка и пригодится. Да что я... Почему он это не берет скоростью? Привет, Брим. Так. Ну давай.
Да почему-то надо со второго прыжка уже прыгать, да? Запомнили, со второго прыжка уже прыгать. Тысячи семь смертей уже. Не, все-таки Хардон ядрен. Ну, так, относительно. Вообще, как, но все равно я остаюсь все-таки при мнении, что он слишком простой на самом деле. То есть, это он сложный, ну, как бы, немножко ядрен по сравнению с Total Average'ом. То есть, я сравниваю с Total Average'ем, который я бы прошел бы, скорее всего, за стрим, да? Но на самом деле, я хотел бы, чтобы я Хардон смог пройти там только стримов за 10. Да, то есть, чтобы, ну, реально пострадать. Вот. Ну, реально пострадать, но все-таки, чтобы не рейп, который там, ну, вообще нереально. То есть, чтобы все-таки пройти, как бы, больше, чем один мир. Что там? Нормально. Да что оно за дело, потолок? Я выдерживал, по-моему, 9 циклов максимум. Не особо, конечно, долго пытался. Но у Соника я даже 2 не выдерживал. Ну, именно целиком. У Марио тоже ни разу, 2 раза молотки не переживал. У Миссингно нет циклов, у Солгрина нет циклов, у Мегамена нет циклов. У Геннона нет циклов. Ну вот у Рю можно, конечно. Так, после второго прыжка уже наверх. Ну зачем? Зачем я торопился? Там уже все, платформочка не нужна. А, 2011. Ну все, я все знаю, надо пройти. А, 2012.
В смысле, все похоже. Не, Биоланты тоже можно циклы там переживать, но, блин, сложно. У него, блин, дурацкие там хрени летающие. Шансунга можно, но вот Шансунга тяжело, там платформочки летят на втором цикле уже совсем не так. В итоге его нужно отдельно заучивать практически. Но на рейпе все равно придется, если дойду когда-нибудь. Если я вообще рейп начну когда-нибудь. 2014. Да. 2015. Happy New Bosch. Только клешня, блин, старая. Жесть. Надо же, на 2015. Фух, все. Все. Ну, считайте, можно сказать, игра пройдена. Осталось-то всего лишь. Так, ну поехали. Ну это ерунду сейчас мы пройдем, конечно. Так, ну читок могу, конечно, пофармить. Надо же, с первого раза тут прыгнул. Нет, хп не больше на харде. Тут нет сейва. О, тут сейва нету. Значит, надо с первого раза проходить. Чё? Удаляй. Ну, 12-й мир. Ну, 12-й мир вообще так, просто чисто вот морально можно сидеть, готовиться к Солгрину. Все, осталось вообще. Да, снап, это чисто вот. Это мир, это снап, это 12-й мир. Ну что? Ну что? Поехали. Давно не виделись. Ну, снап, если игру запустить сначала, там, где выбор сейва, там написано 12 World. Я уже забыл, как его заспамливать. Да сейчас фиг заспамлю. Да, не заспамил.
На самом деле, это из-за того, что я заставку не пропустил. А там же, ну, как бы тайминг-то сбивается из-за этого. Бабах. Ну, теперь надо рандомить вторую стадию. Самый интересный босс. 5800... Блин. 5802 смерти. Да... Ну, удали эти лаги эти. Вот эти лаги меня раздражали на Сонгрине еще тогда. 5802 смерти у меня на нем, когда первый раз проходил. Торт изогнул. Ты загнул, что намного интереснее Соник. Я не спорю, что он очень интересный, но я не знаю, кто интереснее, но Сол Грин уж точно не скучный и не какой-то там еще очень хороший босс. Просто хитбоксы, блин, печалька. И эти рандомные фазы, которые далеко не all dodgeable, как в песенке поется. И музяка вообще офигенная. Так, третья стадия. Ну блин, надо не залажать. Так, остался Соник. Время убивать Сол Грина. Да иди ты! Блин. Блин, даже несмотря на то, что для меня Сол Грин уже не представляет такой сложности, все равно у меня даже сейчас руки трясутся. Ой, что-то какую-то фигню сделал. RC ВЗВ, но я не первый раз прохожу, ну в плане, что я проходил на тот Leverage уже. А на Хардоне босс такой же, как и на тот Leverage.
Очень чувствуются, конечно, хитбоксы, вот там, где самолетик летит с этими волнами, блин. Как бы он довольно резкое управление, да, но... Как бы стоит чуть-чуть задеть и печалька. Боишься пережать слишком сильно в сторону, ну, как бы за этой волной, когда следишь. Ну, в общем, блин. Видимо, убить Сталгрина за две смерти — это перебор. Кстати, сна по поводу музыки, не знаю, мне кажется, эта музыка к этому боссу очень подходит. Убьет. Не убила? О, нифига себе. Как так произошло? Я уже не оделся особо. Нарандомил. Так, третья стадия. Только бы тут с обломками повезло. Нормально. Бомбочки. Sonic the Name. Вылез тут огромный жирный золотой, блин. Зажрался Соник весь в золоте. Золотой батон, наверное, кушал. Ой, не в тему, как они летят. Погнали. Да что ж ты? Да тут рандом вообще, тут эти шарики, которые там летят, зеленые, они рандомно появляются. Потом, там я еще пропускаю, пропускаю одну фазу, ну я его заспамливаю на первой стадии, да, а если его не заспамливать, то у него там будет фаза, где он телепортируется в случайное место. И это место настолько случайно, что оно может быть просто тупо на платформе, и ты не увернешься вообще никак. То есть да, тут есть момент, когда увернуться невозможно. Не то чтобы там сложно, надо нарандомить, а невозможно. Такие моменты тут есть. Поэтому я заспамливаю его. Ну, конечно, не только поэтому, ну и чтобы не тратить время, да. Но вот суть в том, что вот та фаза очень бесит. Так что рандом тут есть. А, блин. Сталгрин.
Да как можно было на той последней фазе умереть с этими пунктирами, блин? Ну это... Ну это жесть, я на ней ни разу еще не умирал никогда. Хотя Солгрина это всего два раза убил. Не считая ЕЗ. Не, ну просто, ну как бы, честно говорю, волнение вот в тот момент зашкаливает. Даже несмотря на то, что я как бы уже все знаю, уже проходил, блин, все равно. Наверное, просто потому, что жалко, сколько вот тут, 2 минуты, да, до туда доходить, наверное. Ну, кстати, сейчас очень быстро вторую стадию прошел. Я, кстати, еще ни разу не умер на вот этих вот... Не до боссов. Надеюсь, не умру. Чё там говорят, типа не каркай, да? Ну. А, давай обрим удачи. На самом деле просто капельки неудачно полетели. Я из этого сбился. Да, Тор, вот именно. И это может быть вот... Именно может так и быть, как ты думаешь. Солгрина надо убивать или сразу, или... Или печалька. Не могу избавиться от ощущения, что сейчас ноябрь. Блин, этот месяц мне запомнился. На всю жизнь, наверное. Ну, если кто не в курсе, это месяц убийства Солгрина. 24 стрима. Ну, конечно, не за месяц 24 стрима, а там где-то за полтора, по-моему, месяца. Ну, блин, это эпик. Но все-таки по сравнению с Соником, этот босс намного проще, когда ты его второй раз проходишь. Когда первый раз проходишь намного тяжелее, когда второй раз проходишь намного проще. Чуть не зафейлил. Не уверенно как-то. Ух ты ж. Мусор неудачно полетел, но... Размикрился. Погнали. Хорошо, что тут турбокнопка.
Наверное, Солгрин, ну, Солгрин, в смысле, который человек, понимал, что все-таки это перебор, если бы тут еще не было турбокнопки. Да я так и думал, но там некуда было встать. Неудачно. Да нет, Снап, лучше бы, в смысле, то есть лучше вот так, чем если бы сила пулек была обычная, но надо было бы спамить. Да что я, че, все, я, по-моему, выключаюсь. Говорю, надо было сразу убивать Солгрина. Вот с первой же попытки, когда я дошел до последней фазы. Вроде коты не возле меня. Наверное, кажется. Или это у тебя за окном кто-то мяукает. Ну вот кто не видел. Вот эти телепорты. Сейчас вот он нормально телепортируется в целом, да? Можно размикать. А он может появиться прямо на платформе. А, и вот этот звук. Сейчас. О, слышите вот этот рев такой, да? Вот этот мне в Скайриме звук постоянно попадается в пещерах, там иногда бывает. Блин, я сразу вспоминаю эту овсянку. А, ты про это, мяу? Ну, Снап, это значит, у меня из мода какого-то. Почему я не могу его заспамить? Не, ну все, ну блин, ну надо было сразу убивать, ну я же говорил. Теперь еще 5000 смертей надо. Ням-ням-ням-ням, ну да. Блин, зажали. Да, на Солгрине, кстати, есть данж, это данжеон, подземелье. Не знаю, почему его называют данж по русскими буквами, это такой бред, раздражает, если честно. Но почему-то многие это используют. Хотя подземелье нормальное слово, всем понятное.
Привет, I awake. Так сокращают английское слово, а не русское. Ну, сокращай там подзем. Дно там, не знаю. Не, ну... Ну ладно, это отдельная тема. Не, ну это... Я про баг не договорил. Тут есть баг... вот там, где вот эти маленькие такие пульки летают на предпоследней там фазе, да, где я умер в прошлый раз там. Там можно слева встать, и там они никогда тебя не заденут. Но я не буду это обузить, скажем, использовать, да. Потому что. Ну, слишком читерно. Так поток это русское слово. Лишь окончание заимствованное. К тому же, ну я же не говорю, что заимствования вообще не нужны. Как по-русски сказать хейтерки? Ну, тупо перевод, ненавистники, да? А как-нибудь по-прикольному? Ну, надо подумать. А мне сейчас думать вообще не могу. Зато когда я его убью, я буду рад. Потому. А если бы я его убил со второй попытки, то, ну, если честно, я бы так. Ну ок. Убил и убил. А сейчас уже 16 смертей на нем. Хотя рекорд у меня, по-моему, 20, да, вроде на нем. Или 24. Так что пока, в принципе, на рекорд иду. Как бы то ни было. Каем, товарищи. Ну, Снап, я так не говорю. Я просто в описании написал. Ну, блин, что, мне нельзя ничего-нибудь в описании написать такое странное? У Тора вообще там жирный кот в описании, и чё? Просто, ну, хорошо, я скажу, как появилось это слово у меня в описании. Когда я заполнял, да, описание, ну, я хотел написать, ну, как бы, кто есть стример, да? Ну, как звать. Написал слово стример и увидел, что, ну, блин, оно смотрится очень инородно. Ну, решил, думаю,
Так, а как же это по-русски-то сказать? Ну вот и написал. Да я же говорю, надо было сразу его убивать. Надо было сразу. Все, теперь, блин. Уже и есть хочу. Печалька вообще. Эй, я хотел на платформу зацепиться. Чего ты, кстати, видел его аргументацию на щеках? Не понял. Ну, мышка, потому что не любит Боша. Да кто вообще любит Боша? Если даже овсянка не любит Боша. Ну, не знаю вообще. Боша любить это... Странное дело. Только Гастли, ну Гастли просто как бы зачарован. Эй, лаги. Ну, сдохни ты уже. Ну, в смысле, щит свой сбрось. Да. Да сколько можно? Тысяча 44 уже. Не, ну по сравнению с тем, как я убивал Мегамена, это еще пока все ерунда. Ну блин, этот босс же легче Мегамена, ну, если ты не в первый раз проходишь. Не, ну хотя нет, по сравнению с Мегаменом, наверное, все-таки он потяжелее, из-за того, что длинный. Ну и плюс рандом все-таки. На Мегамене рандома вообще нету. Да. Портофан убил Солгрина. А следующего босса вроде нет. Если не было каких-то опять ночных стримов, которые я не видел. Ух ты ж, еще б чуть-чуть и это. Так, бомбочки.
Фух, погнали. Так ЛЦБ не рандомен вообще ни капли. Да ну, ну как-то я вообще не нашел места. Казалось, это вроде нормальное место, но что-то не особо. А, ну просто мне некогда было внимательно читать. А, почему 28 зрителей активно стрелять 5? Ну потому что, во-первых, я думаю, там не 28, а меньше, потому что врет Кибергейм. Ну во-вторых, потому что. Да, я видел его реакцию. Да ладно, Кольцемен не рандомен, просто ты не познал закономерность. Он выпускает кольца через определенные промежутки времени. И летает он по определенной траектории, очень четко прослеживающейся. А Тору лишь бы Яо поставить. Ладно, хоть не Пеку. Да я думал, она чуть раньше вылетит. А. Ну. Нет, ну там просто циклично же. Да ну не хочу я это заставлю. В смысле, вы телепортаете? Рандомить. Какое пророчество? А, то, что надо его сразу убивать? Да. Да. Уже 27 смертей. Ну ладно, знаете, будем считать, что это же Хардон. Ну, значит, ну, все сложно, да? Ну, Хардоне-то все сложнее. Так что вот. В смысле, какие веточки ломаются? Не понял, а где это звуки ты слышал? Спам что ли? Или что? Что-то хрустнуло. Не знаю. Может, и дверь закрылась тут? А, может, и пальцы разминал. Да... Как? Почему? Все, я не могу пройти его. В
Солгринушка, отпусти меня, пожалуйста. Да нет, ну почему? Если дверь, то призраки, я тут не один как бы. Хотя мне один раз уже писали, что там кто-то мешок с трупом там пронес, но ошиблись немного. Стрим обещал, да не, никто не обещал. Так. Заснул. Точнее, отвлекся. Вот там на Good Game RCZVZ. Теперь напиши еще раз. Ну да, меня внимание отвлеклось, я забыл про вылетающий варион. Ну, видишь, совершенно не круто все получается. Вначале казалось, да, а сейчас пару попыток убью, но в реальности, как говорится, хорошая попытка, но нет. Да что это, ну? Да, не воспользовался, и все, я же говорю, такой шанс выпадает. Да мне он даже два раза выпал. Я его два раза чуть не убил, ну прям совсем. Потом еще один раз так себе до пулик этих дошел. Как я тут умер? Да, ну лаг был какой-то, ну почему? Тормознуло и все, тайминги будто и не было. Но я уже сомневаюсь, что она будет сегодня, эта игра.
Да, я честно думал, что я с Талгрином быстро расправлюсь. То есть, как бы, я же говорил, да, типа, о, все, башню Мегамена прошел, можно считать, что игра пройдена, но... Вот это я имел в виду. Понятно, что я сейчас его, ну, рано или поздно я его убью. Все равно убью рано или поздно, но... Я думал рано, а не поздно. Ну да, Тор, немного... Уже который раз за это прохождение босса на кордоне переоцениваю свои силы. Да что это, ну... Ну, я думаю, ачивку я не открою, да? Которая это... Овер 9000 смертей. Баг на самолетике? Ну, не знаю. Не, ну если все согласны, могу. Если нет, то нет. Ну, все, значит. Да тем более не в самолетике дело, я вон не могу что пройти. Да, ну что здесь начинает происходить? Это же вообще самое легкое. Тор, искать не нужно. Ты должен сам стримить. Фух, успел смыться оттуда. Ой, близко они слишком поставились. На третий заход. Ну почему опять лаг был? Ну вы видели, да? Лаганула. Да не, все ВЗВ. Пиши, что хочешь, отвлекай. Просто в самые такие моменты я не читаю, вот и все. А, как бы, когда читаю, ну, значит, я имею такую возможность.
Мало, мало вошло. Так, третий цикл, да, уже. Призраки. Так, не заснул. Вот ведь как-то. Вот ведь он накидал-то мне, а. Но меня таким не приведешь. Наверное. Ну вот, капельки полетели очень неудачно. Что ж поделаешь. Не, Снап, ну ты понял. На каких сосульках? А, в смысле на этих лазеров в самом начале? Да и что, ну рестарт нужен. Вероятность, конечно, не очень большая, но всегда, в принципе, можно. Вот на этих, да? Да и пофиг, это же самое начало. Знаешь, умереть можно... В смысле на гидропомпах, которые снизу вверх на третьей стадии, да? Ну, на меня подкинет в потолок, и я умру. Или паук меня может задеть, если я там неправильно поступлю. Я что-то думал, другая полетит. Ты на эти... Ну, ничего, как терминатор, опущусь в лаву. Только это поможет не спасению мира, а наоборот. Ну, вообще, когда я первый раз проходил, я так и сделал. Я встал на эту сосульку, я не знал, что нужно прыгать наверх, и просто опустился на ней до низу. И там в чатике так горелым попахивало после этого. Мне даже писали, типа, я не знал, что так можно умереть. На самом деле там не только в чатике горелом попахивало, но и по эту сторону монитора тоже. Ну да, в больше ты умираешь как хочешь. И как не хочешь. Да хитрить. Ну, слишком низко. Ну вы видели, короче, меня сбила эта капелька. А-а-а.
Вот блин, ну серьезно, надо было сразу убивать. Ну как можно было так? Ну, если не хочешь, это значит, тебе просто не надо в босса играть, а других вариантов нет. Кстати, привет. Я, к сожалению, ник полностью не вижу, потому что у меня ширина чатика низко, ну, короче, ну ты понял, не уме... точечки в конце ника, так что я не знаю. Это я, ну, на Good Game, про Good Game говорю. Да блин. Какие тысячи смертей? Тор, ну... Да не знаю, любой я, наверное, вряд ли смотреть смогу, если честно. А, Хайданов, ок. Тысячу смертей на Солгрине, ага. Или 5802. Ну ня. Ну да, креш не решает. Ой, не заспамил. Удаляем. Чё? Почему я не смог стрелять? По-моему, больше меня перестает слушаться. Уже 2070. 50 смертей на Солгрине. Ну блин, 50 это хорошая цифра, чтобы пройти. Не, ну вообще-то это плохая уже цифра, слишком большая, но все-таки. Ну. Тогда 51 хорошая. Не буду я пытаться на телепортах его там ловить. Это лишняя трата времени и смертей, потому что ну, там и нейтринино хуже, и рандом. Да я, да что я, блин, похоже я устал спамить. Видите, не могу заспамить. Делаем ставки. Не рассчитал, я ее не учел что-то.
А на рейпе у него тут здоровье 100 единиц. Вот на первой стадии. Так что по-любому телепорты надо выживать и еще кучу волн. Ну. В принципе, терпимо. Но вот щит у него, по-моему, такой же. На второй стадии. А на третьей стадии у него, по-моему, здоровье тоже столько же. Так что, в принципе, по идее, стволгрин на рейпе вообще не, ну так, не особо сложный. Ну просто первую стадию каждый раз переживать сложнее. Да блин, что? Ну что, почему? Как можно там умирает? Больше упорот, что ли? Вообще, еще возвращаясь к вопросу, типа, да, а что будет, если зафейлить на вот этих сосульков? Вообще, Боже, это не та игра, которая позволяет совершить ошибку, да, и как бы и тебе как-то помогут из нее выбраться, да, из этой ситуации, там. Типа не бывает моментов, что все поздно, там. Нет, здесь все бывает. Здесь как бы в любой момент хорош, чтобы умереть. Так что, как бы, если эти платформочки пропустить, там, там дно просто падает, вот эта платформочка, и все, и в лаву, и что хочешь делай. Так что, если не успел на эту сосульки, ну и все, гуляй. То же самое здесь, если не успеть на вот эти сосульки, которые здесь сверху появляются, то ты просто остаешься на бесконечно повторяющейся вот этой второй стадии. Только сталгрина справа не будет, а вот эти шарики будут появляться. И это бесконечно будет, пока не умрешь или рестарт не нажмешь. Я тоже так попадал один раз. Привет, Феникс Айс. Ну, Солгрин на харде это то же самое, что Солгрин на Totally Average. Но по ощущению сложнее. Да нет, ну конечно это так, я просто шучу. Для этой игры нужна справка от психиатра. Да нет, скорее после этой игры тебе выпишут справку. Блин, ну что-то зажали вообще. За час пройдешь, да вот что-то вот, ну блин. В смысле, подожди. Ты же вроде уже Китти убил. Не понял. Или это не ты, подожди. Нет, ты же. А,
А, на тот реверей. Все. Ну, так на ЕЗ же прошел, а он там разве отличается? Не, не должен отличаться. Если там розовых платформ нету, то не отличается. Логика нигде не отличается в игре. То есть, как бы, никакие враги себя по-другому не начинают вести. Из-за сложности. Там у боссов больше здоровья, там, да, становится, но логика вообще никак не меняется. То есть, ну, как бы, алгоритмы. Ну да, чисто такое субъективно, что сложнее. На самом деле я знаю, что это не сложнее, это просто я уже устал. Потому что я уже играю почти 4 часа. А 4 часа в больше, это минутку, это много. Только Торы там на Гравитроне 4 часа сидят. А, ну еще Фабино на Марио 10 часов. Я же обычно 2 часами больше примерно ограничивался. Не, ну было позже, вроде тоже по 4 часа, но реже. Опять лаг был, да что это, ну. Хорошо, хоть. Ух ты ж, нифига. Так. Удаляйся. Это что еще за фигня? Я от этого никогда не умирал. Так, поехали. Есть! 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 Да! Удаляйся, Солгрим. Больше на Хардоне пройден со всеми ключевыми секретками. Фу! Сколько там? 50 с чем-то смертей, да, вроде на нем? Produced, programmed and designed by Jasper или Saul Green. Ну, Jasper — это его настоящее имя. Вон, thanks for making all the attacks dodgeable. Это ложь. Нет, нам. Хелл о Китти. Call yourself Sebastian. Не, ну больше-то я давно уже стал, но на Хардоне это вдвойне приятней. Но, к сожалению, это рейп, наверное, все-таки не светит. Да не, ну это рейп, это жесть все-таки. В 2079 смертей, ну нормально.
Не-не, игру потом. Сейчас я, наверное, вот мы там со Снапом немножко, ну не то что поспорили, да, и заинтересовались, можно ли на ЕЗ убить этого Missing No за эту recovery атаку. Блин, вот Соник самый гаденыш все-таки. Не, самый гаденыш это Соник. Вот что не, блин, не говорите, но это пипец. Ну, он, ну, я не знаю, может быть, есть и другие возможности его избежать, но просто он будет летать за тобой по Соника траектории, и как бы хрен знает, ты его сможешь разникнуть или нет. Нет, капелька, это ужас. А, босс, который ничего не делает. Тор пропустил. О, вот этот момент печальный. Ой, не хочу даже на Солгрина смотреть. Иди в баню. Что такое КСХ, блин? Так. Write your name. Сейчас мы опубликуем результат на доску. 2079 смертей на хардоне. Score submitted. Сейчас я посмотрю, возьму эти секретки и после этого ну, на сайте посмотрю, какое там место в списке. Ну, где-то далеко, но просто ради интереса. Так, вот Dark Bosch. И вот открыта стена. Вот и Соник. Нет, Снап, я прошел все секретные миры, кроме Читамена. Я собрал же вообще все секретки, кроме Читамена. Вообще всех персонажей. Ну, я имею в виду тогда, когда проходил первый раз. Вот. Соответственно, на этом стрим я завершаю. Да, сейчас я завершаю стрим. После этого я. Ну, просто чтобы как бы это было логическое окончание и ввода, и всего, как бы на Ютубе, чтобы, да. Вот. А после этого я запущусь и что-нибудь там помутим, может быть. Ну вот. Так что, у кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно писать в чат. И всем спасибо, что смотрели. Увидимся на следующих стримах.